Вы хоть знаете, кого завалили? Чего молчите, дебилы? У Москвы взбудоражено. Когда этот беспредел кончится, или пол Литвы перемочить надо, то перемочим однозначно. Братва решила в течение недели найти того, кто замочил Емелиного брата. А искать придется тебе. Слушай, Пиноккис, найди-ка этого новичка, Гядоса. Какой Гядос? А, давненько ты на горизонте не появлялся. Ладно, давай по порядку. Кого заказал Шашка? Гусара. Значит, надо гусара спасать? Надо. Ведь это прямой выход на Шашку его отморозков. Тебе удобно? Ну, вроде бы ничего. Ну и видок. Ты рассказывай, рассказывай. А без Щукина, значит, никак. Ну ладно, радуйся. Я договорился о совместной операции. Стоп, Кала. Открути назад. Ну так он же психанутый! Может не понять. Правильно. Объяснишь, все поймет. Садись. Значит, расклад получается такой. В общем, я разобрался, Сергей. Это он твоего брата завалил. Ты чего нам фуфло втюхиваешь? Я знал гусара. У него никаких дел со мной не было. С чего будет ему на себя приговор подписывать? Давай, родной. Объясняй свой расклад, а мы послушаем. Так я уже рассказывал Стасу. Ну да ладно, могу повторить. А нам большие бабки был должен. И кинул нас. Ребята разобрались, где он кантуется. Поговорили с ним по-серьезному. Так он стрелку перекинул, чтобы нас с тобой стравить. А сам слинять втихаря. Про бабки и кидок я в курсе. Подтверждаю. За гусаром такое водилось. И подлянку было сделать. Жадный был на бабки. Правда, вот мокруха не его метод. Хотя такое случается. Так что же вы эту гниду сюда живьем не приволокли? Мы с Серегой сами должны были с ним разобраться, а вы нам дохлятину подсовываете. Так мы хотели живьем. Не получилось. Ну и свини. Малый шустрым оказался, еще при пушке. Но моему человеку не оставалось ничего делать, как замочить его. Стас, твое слово, ему можно верить? Пожалуй, можно. А какой смысл ему фуфло гнать, а? Ну все равно, рано или поздно, все всплывет. Это уж точно. Тогда не только от тебя, а от всей твоей бригады одно воспоминание останется, да и то худое. Я за свой базар отвечаю. Слушай, Серег, да мы же с тобой 2 года. И все лады. Такие бабки делали. На ноги наконец встали.
Емеля, как у тебя с ними? Все путем или были какие-нибудь заморочки? Да вроде все путем было. Ну, тогда надо решать. А что скажешь насчет разборки в нашем кабаке? Твои ведь начали? Мои, мои. Ну, я уже их наказал. Один до сих пор кобыляет. Твой брат ему ногу прострелил. Да надо башку прострелить, козел. Знал бы... Ладно, Емеля. Не гоношись. Мое слово такое. С вас 50 штук. За то, что младшего на вашей земле на воздух подняли. За бардак. И завязываем. Работаем так, как работали раньше. Братва слишком большие бабки в это дело вложила. Я думаю, это справедливо. Согласен. Шашка, у тебя возражения есть? Два дня дадите, чтобы бабки собрать. Два дня дадим, не больше. Некогда нам тут чаи разгонять. Серега, что скажешь? По рукам или у тебя есть еще предъявы? Поживем, увидим. Работать в натуре надо, общак пополнить. А пить водку и курить трубку мира я с ними не буду. Да и я с ними не собираюсь кентоваться. Ну, лады. Ступай бабки собирать. Ведь если гусара заказали за кидок, тогда почему Шашке нужно было показывать фотографии Блесне, а самое главное – Емеле? Да-да, заходи, заходи. Можно? Да. Думаю, что это срочно. По-моему, жучок в гостинице сработал. Так, звонок директору гостиницы, этому калининградцу. Вот его слова. Так вы в Вильнюсе, а что же ко мне не подъехали? А, не хотите светиться. Какие-то мелочи, пустой базар. Похоже, что все-таки Емеля здесь. Молодец, Ромашка. Не зря старалась. Так, откуда звоночек? Район Антакальниса. Что мы имеем в этом районе? Скорее всего, он снял квартиру. Или остановился у кого-то из своих знакомых. Ну, не забывайте, он не один. А если они собрались на кого-то наехать, то этот кто-то может наехать на них. Логично? Логично. А еще они должны контачить с кем-то из своих. Ну, собирать информацию, давать задания. И при этом еще оставаться в тени. Частный дом. Но такой, чтобы стоял отдельно, чтобы чужие не лазили. Или я знаю, где прячется Емеля. Или мне пора на пенсию. Ромашка, где у нас проживает Блесна? Именно, Антакальнис. Точно, место идеальное. Ну, конечно. Куда же еще сунуться такой крутизне, как не к своему главному смотрящему? Да, у него дом там, как крепость. Никакая сила не возьмет. Ну и что с этого следует? А следует вот что, майор. Как ты думаешь, надо нам выставить наружку рядом с домом Блесны или не надо?
Давай, давай, Якутас. Турин! Получи. Ну, давай, 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 давай. Ну? Ну, что смотрите? Штаны наделали. Давай, Шишка, не тяни резину. Виделся с Емелией. Если я здесь, значит, пока гробы можете не заказывать. Но и радоваться рано. Я за вас постарался, сейчас ваша очередь. Короче, за дебош в гостинице на нас наложили штраф. 60 штук зеленых, 2 дня. 60? Откуда мы столько за 2 дня возьмем? Меня это не волнует, 2 дня. А теперь вон отсюда. Страна-победительница конкурса Евровидения 2002 года. Белоруссия. Ну, это мы знаем. Латвия. Так. Левый приток Винты. Ты знаешь левый приток Винты? А что такое Винты? Что такое Минты, я знаю, а Винты нет. Ну, тогда с тобой все ясно. Так, схожу я на очко. Там лучше думается. Да-да, иди, иди, а то обосрешься. Анжелика, слушай сюда. Слушай, я говорю. У меня все нормально, я потом объясню. Все. Так надо. Нет. Так, живо найди в моей кожаной куртке книжку записную. В кармане, в левом. Нашла? Молодец. Так, сейчас открой на букву Е. Емеля найди. Найди Емеля. Номер телефона, быстро. Так. Так. Еще раз помедленнее. Так, все, спасибо. Целую, пока. Подкинь там, пожалуйста, я ручку на столе оставил. А, обязательно, обязательно, не отвлекайся. Опа. Серега, Гусар, подожди, я все объясню. Меня предупредили, что Шашка бы вроде бы хочет меня замочить. Вроде бы за долги. Но пришлось залечь. Да спектакль это все. Это специально сделано, чтобы этот козел поверил бы. Ты понимаешь, Серега, когда мне сказали, что Шашка собирается тебе показать фотки, я сразу понял, что долг тут ни при чем. Серега, не могу я сейчас, не могу. У Шашки весь город под контролем. Все, конец связи. Женя? Женя?
всех до единого урода! Емеля, что за напряг? Ты знаешь, с кем я разговаривал? С покойником. Ты что несешь в натуре? С каким покойником? С этим, что на Шашкиных фотках, с гусаром. У тебя крыша часом не поехала? Да у нас у всех крыша поехала! Я же говорил, что не верю этому козлу. Ничего не понимаю. Вот ведь фотки. Мертвее не придумаешь. Сергей, а может быть, ты что-то перепутал? А может, это ты все путаешь, а? Ну вот, посидел и весь кроссворд отгадал. Ну, умница! Остались только твои винты. Ну, эти винты получили, ну да. Ну, сука. Тихо. Что ты, начальник? Если что, я тебя своими руками задушу. Ну что? Понял? Что, понял? Все понял. Такая нежная кликуха, а такой нервный. Что нервишки совсем не в звезду смотрю. Ага. Бывший старший инспектор. И зачем ему этот спектакль? А ты не догадываешься? До самого начала было ясно, что Валерку замочили Шашкины козлы. Просто искали на кого-то скинуть. И тут подвернулся гусар со своим долгом. А может, и долго никакого не было, а, Стасик? Да был долг. Мужики, вы что, мне не верите? Точно был. Да ведь я сам на это фуфло купился. Ведь все сходилось один к одному. Все, да не все. Ладно, Стас, теперь нам не мешай. Мы сами разберемся по понятиям. Все равно от тебя толку. С твоей мобилы? По какому такому большому? У тебя задница вместо головы. Облажался ты сумчатый. Я голову твою в сумку тебе же засуну. Говори номер. Да, оба. Это Вильнюсский. Сейчас проверим. Подожди. Сейчас знаешь что? Сиди там и не спускай с него глаз, понял? Да. Я позже приеду, тогда и поговорим. Что-то случилось, комиссар? Да, случилось. Кошка с мышкой обручилась. Мое последнее слово. Шашкиных всех мочить. Шашку в первую очередь. Никто сибиряка так еще не кидал. Стас, сколько у Шашки бойцов? Активных человека 4-5. Но если захочет, человек 30 под ружье подставить может. Ясно. Надо бригаду вызывать. Москвичи не успеют. Надо калининградских. Верно. Стас, нужно оружие по полной программе. Понял. К вечеру будет. И место, где они базируются. Чтобы взять их всех вместе сразу. Есть спортзал там один. Они все вместе собираются и днем, и... К вечеру подробный план зала. Будет.
Ну, лады. Все. Вызывай наших. Да. Интересный поворот. Слушайте, а у них ничего нет, ну, общего? Ну, я имею в виду у гусара, Емели и у шашки. Ну, вряд ли. Конечно, гусар с шашкой связаны, это факт. И шашка с Емели тоже, у них ведь общий бизнес. Но вот гусар с Емели, нет, никакой информации не имеем. Гусар не пешка. Он может иметь что-нибудь общего с Емелей. То, что гусар звонил ему, меня не удивляет. Меня удивляет то, что он звонил именно сейчас, лучше в момент. Вот второй номер телефона, это Анжелики Степанович, любовницы... Да черт этого... с ней, с этой любовницей. Давайте предположим, что между Емелей и гусаром есть тесные отношения. Ну, предположим, а что это даст? А то, что гусар мог попросить Емелю о какой-нибудь услуге. Представь его состояние. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что гусар попросил Емелю каким-то образом... убрать шашку? Не забудьте, ведь гусар не только спасает свою шкуру, он же мечтает отомстить шашке. Но кто из местных пойдет против шашки? А еще из-за гусара. Кто? Мысль, конечно, хорошая, но есть в ней один минус. Ну? Емеля ведь тоже не пацан. И не пойдет воевать за гусара ни за какие бабки. Тем более со своими партнерами. У него сейчас главная задача – отомстить за смерть брата. Майор, будешь полковником, ведь это мысль, если гусар натравит Емелю на шашку, тому конец. Что будет в таком случае делать Емеля? Ну, Емеля вызовет свою бригаду, пошинкует всю банду шашки. Ну, каким образом, ты думаешь, гусар натравит Емелю на шашку? Фотки. Фотки. Ну, конечно, фотки. Гусар же тоже видел пленку. Ну, теперь я понимаю, почему шашка показывал фотки Емели. Понимаешь? Гусар тоже пришел к тому же выводу. Да! Шашка. Вот! Имеет отношение к взрыву у гостиницы. Именно! И когда шашка говорил этому горе-наемнику, что они хотят наказать гусара за то, что он их кинул, врал. Да. Иначе зачем он показывал фотки Емели? Yes! Емеля приезжает отомстить за брата, а ему под нос фотки мертвого гусара. Зачем? Шашка хотел перевести стрелки на покойника. Есть! Да, да. Нет худа без добра. Мы еще Кале спасибо скажем. Да, скажем спасибо, а сами плотно сядем на хвост Емеля и шашки. И когда они будут организовать стрелку, мы их тепленькими с оружиями возьмем. По любому раскладу им статья. Мысль, конечно, хорошая. Но только Емеля вряд ли будет действовать по понятиям. Он как любовь в той песне, нечаянно нагрянет. А мы ему нечаянно не позволим. Центр Я-5-1. На объект прибыл джип. Калининградские номера, 39-й регион. Приехало пятеро. Въехали в гараж. Наблюдение продолжаю. Шашка и еще трое находятся в зале. Позывные наружки Бета-2. Объект номер 3. Отстойник. Там наружки нет. Не выставили, не было необходимости. В объекте находится Гядас и две будущие свидетельницы. Ромашка, это больше по женской части, так что отстойник брать будешь ты.
Центр Я-5-1. На объект прибыл Форт Рейнджер. Номера не вижу. Приехало двое. Выгрузили большой брезентовый баул. Наблюдение продолжаю. Объект номер 4. Подпольная типография Шашкинцев. Кстати, там работает твой старый знакомый, Сашка. Пообщайтесь. С тобой будет 3 аровца и, конечно, следак. Все должно быть в ажуре. Если верить Гядасу, там полно улик. Ксивы фальшивые, визы и так далее, и так прочее. Ну, а первый объект Блесна? Я думаю, что Емеля с Сибиряком на дело сами не пойдут. Тем более Блесна. Они будут сидеть и ждать, пока их не вернется с победой. Так что мы сперва без шума, без пыли упакуем бойцов, а потом и командиров наведаем. Ну что, вопросы есть? Пушку дашь? Вопросов нет. Удачи, Йонас. Рамуня. Я бета-3. Объект принял. Понял, бета-3. Ну-ка, переведи. Они уже выехали. Наружка у них на хвосте. И 26, 27. Подъезжаем к спорткомплексу. Слежение прекращаю. Бета-3 вас понял. Они уже тут. Внимание, всем приготовиться. 27. 28. 29. И... 이만 контузия, ты 3 по 30 сделаешь? Пойду отолью.
Покажи мордочку. Шашки нет. Чего толкаешься? Извини. Пушку верни. Спасибо. Шагай, шагай. У меня месячный абонемент. Разведите их по разным камерам, чтобы не сговорились. А мы давай пошли, пообщаемся с москвичами. Пошли. Этого не знаю. Морда вроде наша, славянская. Чего родной, еще пообщаемся. Ба! Кого я вижу? Позвольте вам представить, Сергей Михайлович Емельянов. Он же Емеля. Прошу любить и жаловать. Надо же, как мир тесен. Ты-то тут что делаешь, Илья Муромец? Дурак ты, Емеля. И вопросы у тебя дурацкие. За тобой приехал. За тобой. Честь-то какая, а? Ладно, не будем людей отвлекать.
Еще наговоримся вдоволь. Пошел ты. Все так говорят. Поживем, увидим. Ну, этих тоже не знаю. Пока. Ладно, поехали. Угу. Ну, Кала, скажи какой-нибудь тост. Давай, Кала. Ну, предлагаю выпить за... Ну, за что мы еще не пили? Ну? Выпьем-ка. Ка. Выпьем за... Так за что? Давайте, за дорогие что? Друзья, давайте выпьем за самую красивую, самую обаятельную, за нашу Ромашку. Ой, Илья. Ромашечка, за тебя. Комсомолку, спортсменку, студентку. А ты заметил, как улучшился его русский язык? Особенно, когда выпьет. За Рамуня. Самая-самая, потому что единственная. Спасибо, Илья. А ты поучился бы, как надо обращаться с дамами. Кстати, комиссар, когда Гитана придет? Ну, ты закусывай. Подожди, ну может вначале тост? Тост, Кала. Я на секундочку. Хлеба, ну и Кала говорит тост. Что, опять? Тебе, значит, итальянский салатик, ну ты любишь, да? Мне цезарь салотус, потом горяченького что-нибудь. А вот что это у вас? Лакштини сушонине. Что такое сушонине? Сушеные, наверное. Угу. Ну хорошо, два сушеных, больших. Ты пить что будешь? Ясно. Значит, большой бокал красненького, а мне пиво светленького для рывка. Женя, а зачем больших? Я же не съем. А что ты не съешь, то я понадкусываю. Ну, тихо, масенькая, тихо. Вот девочка смеется. Ну, что ты? Можно? Ну, о чем задумался, комиссар? Да вот, стараюсь припомнить, когда в последний раз так все собирались. А то все бегом, бегом, даже по-человечески поговорить некогда. Как будто в жизни ничего и нет, кроме жуликов, бессонных ночей, бесконечной писанины, идиотских приказов. А как дальше все пойдет? Мажейкис вот все чаще и чаще подумывает о пенсии. У него уже полная выслуга. Куала еще молодой, сырая глина. Опера из него лепить и лепить. Ромашка молодец, но тоже неизвестно, как все повернется. Она же женщина. Рано или поздно начнет подумывать о семье, о детях. Ну а что? Семья – это хорошо. Это когда есть куда прийти, где тебя ждут, принимают. Сам-то чего не женишься? Да, если это было так просто. Ну а Гитана? А чего? Красивая, умная, веселая. Таких еще поискать. Знаешь, как-то не хочется торопить событий. Кстати, я ей звонил только что. Передавала привет. Извинилась, что не сможет прийти. Захворала.
Так вот от чего ты такой веселый. Ладно, кончай хандрить. Пойдем сейчас выпьем со всеми вместе. Потом, когда мы разойдемся, поедешь к ней. Помечтай, разойдетесь. Особенно мажейкис. Это до утра как пить дать. Ох, Анжелка, Анжелка, я за эти несколько дней ни жратвы нормальной не видел. Ни выпивки нормальной не видел. Одних ментов, козлов. Козлов? Вонючих. Так что могу устроить я себе праздник. Можно сказать, второй раз я родился. Кстати, ты знаешь, я сейчас каждый год буду себе устраивать день рождения два раза. Женя. Ну? Жень. Ну, тихо, 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 тихо. Ну, не вспоминай, не да? Не начинай. Не вспоминай больше. Не начинай, все. О! Ну, с этим мы проехали. Ты как хочешь, а я хватану пивка. Ну? Он же. А, как там с гусаром все закончилось? Ну, пока ничем. Отпустили под подписку о невыезде. Конечно, за автосалон пойдет под суд. Мы оформили его явку с повинной. Много ему не дадут, но и полностью не оправдают. Подожди. Некогда, очень хочется. Подожди, у тебя хорошая линия жизни. Да? Угу. Может, у меня линия работы есть какая-нибудь? Двойная. О, это прекрасно. Крест-накрест. А детей у тебя? Пожалуйста. Да? Здесь только по-литовски и английски. Посмотрите, пожалуйста, нет ли у них телятинки. Давай я посмотрю. Телятина, посмотрите. Будьте добры, этого. А телятинку с грибами вас устроит? Да, устроит. Тут как раз 29 минута. Спасибо. Здравствуйте, мы так шутим. Приятного вечера. Вам также. Спасибо. Жаль, что блесну Сибиряков не удалось прижать. Ловишь их, а это адвокаты? Это наловил. Жень, еще хочу вино. Ой, прекрати ты с этим вином. Ну, пожалуйста. После него ты дуреешь. Ну, чуть-чуть. Еще такой же бокальчик. Да дерьмовое вино тут. А вот пиво у них хорошее. Девочка, пожалуйста. Ой. Да, это я. Что это? Жень, перестань. Жень. Крыса сдохла. Да, Жень, перестань. Да, перестань, Жень. Ну. Да ну, хватит. Женя. Женя! Женечка! Ну, а как там мои ухари? Когда этапируете их к нам? Что, не терпится, майор? Не беспокойся, вернем. Нам чужого добра не надо, своего хватает. Но надо с ними поработать по торговле людьми. Там куда интереснее дела, чем их разборки. Это точно. Этот канал нужно до конца отработать. А что, немцы обещали помочь? Еще бы. Весь Евросоюз помешан на этих делах. Наша мафия им как кость в горле. Точно. Это мы уже ничего не замечаем. Как будто так и должно быть. Хоть одну башку этого змея отрубить, и то хлеб. Да. Жулики, они как та пыль. Вытирать вроде бы бесполезно, все равно накапливается. Но и не вытирать нельзя. Накроет с головой. Задохнешься. Клаузов? Слушаю. Когда? Когда? Кор. Где? Супротов. Понял, выезжаю. Куда отвожу?
отравили гусара. А я с ним 3 дня жил. Как пыль.